Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале «Экзегет» мы поговорим с вами о посте и его значении. Вот представьте, что с одной стороны от вас играет музыкант на скрипке, а с другой трудится рабочий с отбойным молотком. И сможете ли вы при шуме вот этого отбойного молотка разобрать мелодию скрипки? Или вы будете только видеть, как он водит смычком по струнам, какие-то отголоски звуков будут доноситься, но мелодию распознать так и не сможете. И вот эта мелодия скрипки – это та духовная гармония, это те звуки райской жизни, которые призван каждый из нас. Это голос Небесного Отца, который должна распознавать наша душа в своей жизни. Отбойный молоток – это шум нашей повседневной суеты, нашей постоянной спешки, когда мы все время ставим какие-то планы, у нас расчеты, мы думаем о том, чего купить, приобрести, ссоримся с ближними, о чем-то ругаемся, все время какие-то у нас земные построения, посещаем супермаркеты, рынки. И вот этот вот внутренний шум, особенно шум от наших собственных мыслей, злых мыслей, мыслей осуждения, негодования, раздражения и так далее. Вот этот весь шум не дает нам услышать звуки духовного мира и обрести вот подлинную гармонию своего сердца. И вот пост – это как раз и есть то время, которое нас настраивает на духовный ритм. То есть когда наступает пост, мы призваны вырваться из круговорота этой постоянной спешки, суеты и остановить этот шум внешней жизни.